6, 7, фу! Опасная часть. Не пускают на репетицию. Машара 18, дробь 4. Угу. Ну, как мы приехали в репетицию? Татьяна, я как понимаю, с ребенком без на Краснозвездную. А тут зал, как уже 4 месяца, переслепили в другое здание. 3, 4, 5 и 6, 7, 8, раз, 2. 3, 4, 5, 6, 7, фу, раз, 2, 3, 4, стоим. Замечательно. Всем привет! Сегодня мы собрались у наших замечательных подруг из Стэптауна вместе с Юлей Косминой, которая является и основательницей, и участницей Стэптауна. И она же нам ставила наш номер Дэвид Боуи, который вы можете посмотреть в первом выпуске нашего блога. И сегодня мы собрались на репетицию, чтобы его немножко почистить, вычистить и стать еще немножко лучше. Я являюсь хореографом-постановщиком номера в память Дэвида Боуи. Как номер называется? Let's Dance. Дэвид, Let's Dance. Да, мне посчастливилось поработать с этими четырьмя психами. Спасибо большое. На самом деле, девчонки немножко от себя добавляют, но, блин, это же прикольно. Это личный стиль, индивидуальный подход. Я чуть-чуть их чищу. Корректирую, но в принципе, мне кажется, девчонки справляются на отлично. Также я являюсь участником коллектива американского степа Стэптаун. Единственный коллектив оригинального жанра в нашей стране, поэтому сейчас мы будем улыбаться что-нибудь. Девочки, отвертка есть у кого-нибудь сегодня? Блин. Конечно. Я забыла свои сумочки. Сейчас я закручу.